28 июля, в день крещения Руси, на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический гостей ожидала обширная программа, включившая в себя множество мастер-классов и исторических квестов. Ключевым событием стало открытие экспозиции, в которой впервые воедино собраны предметы легендарного времени пребывания равноапостольного князя Владимира на священной земле Херсонеса. Хотя, конечно, в это время Херсонес уже носил название Херсон, ну а в славянской транскрипции Корсунь. И мы знаем из повести временных лет о том, что Владимир принял крещение в Корсуне, именно отсюда распространилось христианство по всей территории Руси. Но кроме письменных источников, которые кроме текстов могут нам давать еще и миниатюры, да, то есть изображения, которые также здесь в репродукциях представлены, конечно, хочется перепроверить и как-то подтвердить это археологическими находками. На выставке представлены экспонаты, датируемые X веком, в конце которого, а именно в 988 году, 1035 лет назад, князь Владимир и крестил Русь. Цель выставки – воссоздание при помощи разнообразных предметов далекой эпохи атмосферы Херсонеса той поры. Ну и есть, кроме того, такие находки, которые могут еще и дополнительно подтверждать правдивость этих письменных источников. Например, денежные клады, которые были сделаны как раз в это время, то есть самые поздние монеты, которые в этих кладах присутствовали, они как раз и датируются концом X века, то есть, скорее всего, перед нашествием, скажем так, русского войска, здесь, в Херсонесе, жители закапывали свои деньги. Кроме найденных во время раскопок спрятанных херсонеситами монет, на музейных витринах любители истории могут увидеть древнерусские кресты, паломнические реликвии, украшения, домашнюю утварь, иные предметы древнего быта периода зарождения христианской эпохи на Руси. И, конечно, выбирая христианскую веру, православную веру, князь Владимир позаботился о фундаменте нашего государства, о нашей государственности. Одним словом, для нас это особый день, особый праздник и особый человек, которому мы посвящаем выставку. Выставка «Херсонес эпохи князя Владимира» работает в малом зале византийской экспозиции Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический. Ознакомиться с ее экспонатами можно до 10 сентября ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный. Максим Давыдов, Александр Устич, Севинформбюро.